Так, ну что, приехали мы на день раньше, чтобы посмотреть тренировки в Сибирь. А Сибирь-то не совсем Сибирь. Лед-то не готов, тает все. И нету никаких тренировок. И непонятно, что с гонкой будет. Но прогноз все-таки неутешительный, поэтому ждать мы ничего не будем, хотя бы пока лед есть. Поедем с Толяном конфиг тест. Да, надеюсь, до асфальта не дотрем. Это Ванечка, Ванечка, потик немного маленько. Не вывез за программу Жигули. Вот это переключение, вы видали, а? Газуй! И хули толку? Газуй! Приехали нас. Что там хрустит у нас? Все, застряли? Спасите! Помогите! Стой! Мася, стой, не снеси нас! Снесет, нет? Как думаете? Не должен. Не должен? Никто не хочет нас спасать. Никто. Как ты посмел? Ну спасите кто-нибудь. О, едут. Ну так, Женек, что у нас? Лед растаял. И куда мы пришли вместо гонок? Играть в теннис. Вот до куда мы добрались. Да, конечно, это не Владивостокские объемы и размеры. Не там, где мы в детстве занимались. Вот такой вот комплекс в Красноярске есть. Ну что, тряхнем стариной? Итак, исторический матч. Екатерина 10, Константин 7. Матчбол. Проигрываешь? Проигрываешь. Горим. Полундра. Аут. Аут. 10-8. Константин все еще держится. Все еще держится, Константин. Так. Все еще, смотрите. И Екатерина выигрывает свой турнир маленького шлема.